И все привет, друзья, вы на канале Игров и Десадинов. И на чем я хочу, чтобы ты подписался на мой канал, если не подписаны, поставить лайки, колокольчик и написать комментарий. Ты слышишь, видео пройдешь. Мы начинаем. Сегодня мы будем играть за персонажа из Геофа Дак Утреда финального хода. Два или из отряд Двойной Бесконечности. Ну, например, вот этого. И этого персонажа зовут этот Ауван. Это красный дракон, который он является. Клан черного дракона, наверное, что ли. И у него, ну, эти командники есть. Там есть еще Ауджи и Ауджан. Это будет интересно на них протестить. Но сегодня играем за этого персонажа. Будем проходить вот так вот. Там сражаться с кем-то и все. То есть это яйцо там. Это мы храним, что ли, там. Там судаки там. Тут броня. Вот это для меня. Броню нужно надеть. Я его сейчас наденю. Я вот такой вылежу. С броней. Но я красный. Ну, это дракон же и все. И 4 мазных кирков, зачем так много? А я не знаю, зачем так просто. Так, берем золотую яблоку и идем сражаться. Делаем то, что нас послали эти наши драконы. Там, что там появились маглые кубы. Вот. Они закрыты в квадрате. Это драконы наши сделали. И мне сказали убить этих магов, чтобы, если их сломаю, они выберутся запросто. Они высоко прыгают, и все. Я не хочу прям связываться с этими магами-кубами. Но придется сражаться как-то с ними. На, получаю. О, с первого раза убил. Красава. Нормально вообще. Завалил первого. Так, я надеюсь, что этот магловый куб не завалит. Огромный вот этот. А он не пролезет запросто. Ну, конечно. Так, раз, два, три, четыре. Я его 4 урона нанес. А этот... Эй, ты чё ко мне пристал? Он вали отсюда. Да ё-моё, маленький там, маленький... Ай, блин, я не могу там здесь выбраться. Так, пять... 6. О, 6 урона завали. А, там большие. Там... Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как жестко меня валит. Так, а, еще один. Меня валит. Фух. Он забрался с этими магмовыми слизами. Еще как-то закрыли проход, чтобы они не побежали сюда, наверное. Они с пещеры, наверное, пришли. И они хотели... На нас территорию нападать. Да что же такое? То есть это вообще мешающее нам прохождение. Вот так. Теперь нам нужно как-то выбраться. А, у меня идея есть. Сейчас копать я могу. Тут-то. Пособираю булыжника. Я выберусь отсюда как-то. Так, раз, два. А, сейчас поднимусь. О, все удачно поднялся. Вот, так, мы прошли Майнкрафт, но поиграли за персонажа, то есть завалили куб, магмовый кубок. Мы выполнили при том задание, получили вот такие вот награды. Так, эти золотую яблоку сюда, а это куда-то. Так, это мое оружие, если что, а этих других я не буду трогать, воровать у них. Так, это моя броня. Сейчас сниму. О, как она поломалась. Ну, ничего страшного. Кто-нибудь заметит, придет и починит мою броню и у всех. Вот. Мы поиграли за этого персонажа Ауван. Это вот такой красный дракон, который может стрелять молниями. И все. И у него в руке могут быть 4 оружия. Представьте. Но у него только легкие могут быть оружия. Будет вот так вот и стрелять. Ну что ж, с вами был канал. Кстати, лайки, пишите комментарии. Ну, с вами был канал. До скорых встреч. Пока-пока.